Сотрудники посольства России в Ливии эвакуированы в Тунис. Также в связи с обострением обстановки в стране своих дипломатов отозвала Белоруссия. Ранее МИДы нескольких стран уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Ливии, где происходят вооруженные конфликты. Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Египет, Канада, Бразилия приостановили деятельность своих посольств в Триполи. Столкновения между различными группировками боевиков, которые начались в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2001 году, последние две недели приобрели особенно ожесточенный характер. Вооруженные стычки с применением тяжелых вооружений происходят и в столице страны.